В Германии увеличилось количество квартирных взломов. Чаще всего кражи происходят в федеральных землях Северной Рейн-Вестфалии, Гамбурге и Нижней Саксонии. В Берлине с начала года полицейские зарегистрировали около 7 тысяч таких преступлений. Это на 10% больше, чем в 2015-м. Стражи порядка обещают улучшить статистику. В столице Германии запустили специальную программу «Крим-Про», которая призвана предотвращать кражи. По словам полицейских, разработанная ими система подсказывает, где именно может произойти следующее преступление. Бороться таким же методом с квартирными ворами собираются и в других федеральных землях. Взломщики квартир очень часто серийные преступники, и они действуют по похожим схемам и выбирают похожие места для преступлений. Наша передовая компьютерная система анализирует статистику взломов и позволяет предугадать, где преступники могут совершить следующий взлом. Это действительно хорошая помощь для полицейских и позволяет нам заранее перебрасывать наших сотрудников в районы, где может что-то случиться.